Перед началом видео хочу кое-что пояснить. Я не являюсь экспертом в области системного администрирования, поэтому все, что я делаю в видео, я делаю исключительно для себя, тем способом, которым умею и который мне нравится. Поэтому данное видео не следует воспринимать как обучающее или как руководство к действию. Воспринимайте его скорее как влог, где человек просто показывает то, что ему интересно, не более того. Всех приветствую. Если вы за мной следите, то прекращайте это делать, хватит за мной следить. Но если вы следите за моим каналом, то наоборот, молодцы, продолжайте. Я это только приветствую. Ну, в общем-то, если вы так делаете, то вы наверняка в курсе, что у меня сейчас есть домашний сервачок файловый. На нем установлен Debian, в свою очередь на нем установлен Nextcloud. Ну и у меня это используется как для хранения файлов, так и для обмена ими между несколькими моими компьютерами. В том числе вот данное видео, которое прямо сейчас на телефоне снимается. После конца записи оно попадет на этот сервер, ну и потом с него уже попадет на тот компьютер, на котором я буду его монтировать. И все это произойдет автоматически. Все это, конечно, очень удобно и классно, но все-таки это не избавляет от необходимости делать резервные копии. Казалось бы, данные хранятся на нескольких компьютерах и еще и на сервере, но... Вот представьте на минутку, что у вас есть такой же сервер. Допустим, вы на одном из компьютеров файл случайно удалили. Что произойдет? Правильно, он удалится со всех остальных устройств. Ну, благо на этот случай есть корзина, так что в принципе восстановить можно, но хуже, когда вы не удалили файл, а просто его каким-то образом повредили. И у вас получилась какая-то неправильная версия, которая собой заменила все правильные версии. Вот это, конечно, печальная ситуация. И у меня такое происходило, но правда еще до Nextcloud, когда я еще Dropbox'ом вместо этого пользовался, вот у меня как раз такой случай был. Поэтому делать резервные копии – это в любом случае очень хорошая идея. Вопрос только в том, как и куда их делать. Ну, для этих целей можно, в принципе, использовать внешние жесткие диски, очень неплохой вариант. Либо можно приобрести сетевое хранилище. Туда вы пихаете жесткие диски, подключаете к своей домашней сети, настраиваете так, как вам удобно, ну и в принципе все, этим можно пользоваться. Плюсов у этого довольно много, это, во-первых, удобно, во-вторых, готовое сетевое хранилище, так называемый NAS, он достаточно маленький по размеру, размер у него не намного больше, чем у самих жестких дисков, в общем-то. Ну и кроме того, он достаточно тихо работает, как правило, в нем минимум вентиляторов, все это, конечно, классно, но есть один очень существенный недостаток. Он стоит денег, его надо покупать. Ну а лишние деньги, конечно, тратить не хочется, поэтому, как вариант, можно собрать в принципе то же самое, но используя просто какую-то старую ненужную компьютерную комплектуху, если, конечно, у вас таковая имеется. Ну вот у меня имеется, поэтому я что-то подобное и хочу сделать. В общем, для этих целей я взял какой-то из своих компьютерных корпусов. Корпус как корпус, в общем-то, обычный, ATX-овый, тут сказать особо нечего. Наскреб по сусекам 3 жестких диска, но тут уже ставил что попало. 500 гигабайт, 400 гигабайт, 320 гигабайт. Вот. Сидюк, к сожалению, он пригодится, потом объясню почему. Какой-то блок питания, неважно какой, лишь бы тянул все это железо. Вообще этот сервер не предполагается использовать постоянно. То есть идея такая, я его включил, файлы сюда закинул, потом выключил и на месяц про него забыл. Ну и самое главное, материнская плата. Как видно, одна мини ITX формата. И изначально я ее хотел пустить под Nextcloud, но потом нашел более удачный вариант. Что хорошего в этой плате, это то, что у нее есть 4 SATA порта. Это довольно классно, плюс еще и DE-шка там есть. И теоретически она даже RAID поддерживает, но на самом деле тут с этим все не так просто. Дело в том, что 2 порта висят на одном контроллере, 2 на другом. И RAID можно использовать только на одном. Я так полагаю, он реализован какой-то сторонней микросхемой, а оставшиеся 2 порта, они подключаются к контроллеру, встроенному в процессор. Это не точно, но я так думаю. Вот, и поэтому в RAID можно объединить только 2 жестких диска, что, в общем-то, резко сужает область его применения. Ну да ладно, для меня это не критично. Для меня более критично то, что здесь более слабый процессор. Там стоит все-таки в Nextcloud, я имею в виду. У меня сейчас стоит двухъядерный Atom, здесь Atom одноядерный, хоть и двухпоточный, но все равно. Процессор довольно днищенский. Здесь я воткнул 2 гига памяти,
Ну и самое, что мне больше всего не нравится, мать довольно косячная. В ней не работает встроенная сетевуха, видимо, она сгорела, ну, мать бэушная, в принципе, это довольно часто так получается, что мать в целом работает, но что-то вот в ней сгорело, поэтому я сюда поставил внешнюю сетевуху, ну, благо она у меня была. Кстати, сетевуха, про нее было видео, она не работает нормально в новых операционных системах, и я там рассказывал, как драйвер для нее найти, поставить. Вот, но в той системе, которую я сюда буду ставить, работать оно будет. Также здесь в теории поддерживается USB-клавиатура, на практике она не работает по каким-то причинам, хоть я в BIOS ее поддержку включил, но вот просто не работает и все тут, и ничего нельзя сделать. Поэтому придется использовать для настройки клавиатуру PS пополам. Ну то ладно, то как бы еще полбеды. Я же сказал, что CD-ROM понадобится. Вот самый такой косяк — это то, что эта мать не умеет грузиться с USB-флешек. Ну то есть как, в теории она умеет, и в BIOS эта функция есть. Я могу увидеть там флешку, я могу ее выбрать, но какие бы системы, чем бы я ни записывал, она просто отказывается грузиться с флешки и все тут. Ну вот никак. Поэтому грузиться придется по старинке с CD-ROM. А так как CD-ROM, конечно же, старый и рабочий наполовину, я не знаю, получится ли установить с первого раза. Ну да ладно, посмотрим в процессе. Ну и самое главное, что мы сюда будем устанавливать? Конечно, можно было это реализовать на винде. Конечно, это можно было реализовать на каком-нибудь Linux, да на том же Debian. Но я решил поставить сюда FreeBSD. Посмотрел ролик Дмитрия Бачила, там он делает примерно то же самое. Вообще не знаю, что вы меня смотрите, посмотрите Дмитрия Бачила, он более грамотно это все рассказывает. Ну да ладно. Вот, и я решил, что я могу вот так вот взять, три разношерстных жестких диска подключить и объединить их в ZFS массив. И таким образом все это будет работать достаточно неплохо. Чистая FreeBSD будет жрать у меня минимум ресурсов, что в принципе хорошо, учитывая то, что здесь железо не самое. Ну и в общем-то меня этот вариант полностью устраивает. Да, конечно, можно было то же самое сделать на Debian, объединить эти три диска в LVM. Я думаю, что при большом желании можно и на ZFS это сделать. Вроде как он в Linux поддерживается, хотя там какие-то нюансы есть, насколько я знаю. Ну да ладно. В принципе, если есть FreeBSD, почему ее не использовать? Тоже замечательная операционная система для таких целей. В общем, сейчас сюда попытаюсь поставить FreeBSD, поставлю на нее самбу. Ну, это так называется файловый сервер, который по умолчанию используется в винде. То есть я тогда смогу вот это все подключить просто как обычный сетевой диск или сетевую папку в винде, ну и закинуть туда те файлы, которые мне надо. Естественно, все эти три диска я объединю в один массив, чтобы у меня виделся как один диск, ну потому что так удобнее. Мне не надо будет думать, какой файл куда закинуть, у меня это будет просто единое пространство. Конечно, это минус к надежности, но повторюсь, что, во-первых, это сервер для резервных копий, поэтому тут надо просто, чтобы данные хранились, часто я им пользоваться не буду. Ну и опять же, это все на всякий случай, может он мне ни разу и не пригодится. Но вот иметь копию желательно. Ну и кроме того, вот эта сетевуха, она прекрасно работает в FreeBSD из коробки. Там не надо никаких драйверов устанавливать. Я не помню, как в Linux, но во FreeBSD она точно работает сразу. Поэтому, в общем, я сейчас все это скручу, подключу к карте видеозахвата, ну и будем ставить фряху. Ну и естественно, перед тем, как устанавливать систему, ее надо где-то взять. Ну и сделать это можно с официального сайта FreeBSD.org. Но тут же можно почитать про эту систему, что она из себя представляет, зачем она нужна, где она используется. Ну и если вы в ней новичок, так же как в общем-то и я, то можете почитать документацию. Здесь есть руководство пользователя, так называемый handbook. Но сейчас как бы речь не об этом, нам надо загрузить FreeBSD, поэтому я, в общем-то, сюда и нажимаю. Здесь есть, опять же, несколько вариантов о том, как это скачать и установить. Можно все это почитать более подробно здесь, но нас интересует, во-первых, последняя версия на данный момент, это 12-я. Вот, версия нас интересует стабильная, то есть релиз. То есть где-то здесь будем что-то качать. Так, ну и процессор у меня 64-битный, поэтому архитектура AMD64 меня как раз полностью устраивает.
Ну и мне нужен не дистрибутив отдельными файлами, а готовый ISO-шник, поэтому я нажимаю сюда. После чего меня перекидывает на FTP-сервер, где хранятся файлы с установочными образами. Ну, как видно, есть тут несколько разных образов. Ну, первые два файла это просто контрольные суммы, если мы хотим целостность образа проверить. Но нам это не нужно в данный момент. Есть образы в формате ISO. Вот, например, для записи на DVD-диск он самый большой. Это, я так полагаю, для записи на CD-диск. И, в принципе, он бы мне подошел, потому что у меня как раз CD-диск. Но есть еще небольшой установочный образ, как видно, он тут самый маленький практически. Я так полагаю, что, ну, судя по названию, boot-only, там находится только загрузчик, ядро, программа установки, ну, а остальное будет докачиваться из интернета. То есть это примерно то же самое, что в Debian, как он там, NetInstall называется. То есть суть тоже та же самая. Вы скачиваете маленький образ, остальное с интернета закачивается. Именно этот образ я скачал, уже записал на диск, уже вставил дисюк в сидюк, так что сейчас, в принципе, я могу включить компьютер и загрузиться. Ну, еще, как видно, тут есть образы в другом формате. Я так понимаю, они больше предназначены для записи на флешку. Но я флешку в данном случае использовать не буду, потому что все равно моя материнка нормально с флешек не грузится. Поэтому как бы данный вариант я рассматривать не буду, но вы можете почитать, как установить FreeBSD с флешки, возможно, там про это что-то будет написано. Ну и также, помимо обычных образов, есть сжатые в архив. Просто как бы это то же самое, но в архиве вам будет меньше скачивать, но зато потом придется разархивировать. Это хорошо использовать в том случае, если у вас медленный интернет. Я перехожу на карту захвата. Нет сигнала, естественно. Ну и включаю компьютер. Так, давайте для начала немножко зайду в BIOS. Кое-что покажу. Так, как видно, сейчас он показывает два жестких диска. Хотя подключено, у меня их три. Так, ну здесь-то настраивать так особо нечего. Единственное, что для жестких дисков Smart желательно включить. Ну и также CPU мультитрейдинг надо проверить, чтобы он был включен. Также здесь из интересного можно выбрать размер видеопамяти. Ну, 8 мегабайт сойдет. Больше поставить нельзя, 1 мегабайт. Ну, для фряхи должно хватить, но мало ли. Пусть будет 8 все-таки. Так, ну и вот это более интересный пункт в данной материнской плате. Смотрите, вот здесь в одном месте выбирается как бы режим работы SATA. То есть можно как IDE подключить или можно в AHCI, как по-русски это произносить, сами думайте. Вот. И еще отдельный тут SATA IDE девайс, его можно включить, выключить и для него задать режим работы, и тут уже есть и RAID, и EDE, ну, в общем, все на свете. В общем, это то, о чем я говорил. Тут как бы два SATA контроллера, два порта на одном находятся, два на другом. Но в данном случае я оба перевел в данный режим, и это должно нормально работать. Также тут, если кто-то может скажет, что я криворукий, тут включен USB Keyboard Function, вот он, Enabled. Вот, и также USB Storage тоже enabled, но грузится с флешки, оно все равно отказывается, USB-шную клавиатуру в BIOS оно не видит, по-любому. Так что, вот такая немного косячная мамка. Так, ну еще в Power Management тут я все повыключал, мне не нужно, чтобы материнка сама включалась там или еще что, поэтому я это все здесь повыключал, включил, есть такой High Precision Event Timer, ну, он, в принципе, мне не нужен, но в некоторых мультимедийных, особенно, приложениях он используется, я его перевел в 64-битный режим, это, по сути, мало на что влияет, но тем не менее. Так, ну и ERP, это энергосберегающая какая-то функция данной платы, чтобы она в выключенном состоянии потребляла очень мало, но при этом не будет работать функция включения по сети, допустим. Ну, мне это не нужно, поэтому у меня как бы включена данная функция энергосбережения, так что пусть будет. Так, ну, здесь настраивать тоже нечего. Ну и здесь, в общем-то, один параметр меня интересует, это управление вентилятором. Ну, тут всего два варианта, или включено, или выключено. У меня оно включено, то есть у меня частота вращения вентилятора на процессоре будет меняться в зависимости от условий. Так, все, меня это устраивает. Я сохраняю настройки и выхожу отсюда. Материнка ушла в перезагрузку, естественно.
И я нажимаю F12, чтобы попасть в boot-меню. Так, и видно, что у меня определилось там... Я сейчас, наверное, на монтаже вставлю этот кадр. Определилось как бы два жестких диска. И я поначалу, когда с этой материнкой разбирался, я думал, что неужели у меня остальные порты не работают. Оказалось, что все нормально, просто это окно, или как этот экран, относится конкретно к одному из контроллеров. Вот, и он показывает, что на нем действительно два жестких диска, вот, а третий висит на другом контроллере. Поэтому так. Так, ну с чего мне грузиться? Естественно, с CD-ROM-а. Выбираю данный пункт. Ну и пошла загрузка. Ну и вот запустился загрузчик. В принципе, тут не надо ничего менять. Нажимаю Enter, просто загружается ядро по умолчанию. Вот сейчас как раз загрузка ядра происходит. То, что вы внизу видите кусок биоса, это косяк видеозахвата. Из-за того, что разрешение немножко меняется тут динамически, то иногда остаются куски от старых кадров. Так, вроде бы заработала сетевая карта, во всяком случае не встроенная, а та, которая PCI-экспрессная, то есть просто PCI-ная. Ну и no carrier, то есть он не видит кабель, но это естественно, потому что кабель не подключен. Точнее, я его подключил пока что во встроенную, в надежде, что она все-таки заработает, но походу нет. Ну ладно, кабель я потом в процессе переткну, если мне это будет нужно, а мне это скорее всего будет нужно. Так, ну и все, в принципе, запустилась программа установки, она нас спрашивает, что мы хотим сделать. Установить или работать в режиме Live CD, так тоже можно. Но нам надо систему установить, поэтому, естественно, выбираю Install. Здесь как бы ничего хитрого. Так, ну и нас тут спрашивает раскладку клавиатуры. В принципе, на файловом сервере, кроме как стандартная английская раскладка, я никакой пользоваться не буду, поэтому меня это устраивает, я просто продолжаю. Спрашивает hostname, то есть сетевое имя компьютера. Ну и давайте назовем его как-нибудь типа файл сервер. Хотя нет, давайте это все-таки у нас будет бэкап сервер, потому что я его буду использовать для резервных копий. Отлично, меня такое имя устраивает, то окей. Так, ну и дальше он нас спрашивает, какие в принципе компоненты нам нужны. Вот эта штука отвечает за компоненты, связанные с отладкой ядра, и мне это нафиг не нужно, поэтому я эту галочку убираю. Lib32 это компоненты для совместимости с 32-битными программами, ну, в принципе, мне это может теоретически пригодиться, хотя, скорее всего, нет, но, тем не менее, пусть будет на всякий случай. Порты, что такое порты во FreeBSD? В общем, это, скажем так, один из методов установки программ. Вот. Но пока что мне это, наверное, тоже не понадобится. Поэтому все. На данном этапе мне тут больше, в общем-то, ничего не нужно. Поэтому просто нажимаю ОК. Оно нас предупреждает о том, что некоторые установочные файлы не были найдены. Это как раз из-за того, что я использую урезанный вот этот образ boot-only. И он нам говорит о том, что их нужно будет скачать из сети, поэтому надо настроить сеть. Я говорю окей, потому что деваться мне некуда. Спрашивает, какую карточку использовать. Ну и здесь только один вариант. То есть встроенная карточка, она не определилась, ну потому что она сгорела. Поэтому для того, чтобы эту использовать, я сейчас перетыкаю кабель. Так, ну и все должно работать. Окей. Хочу ли я использовать IP версии 4? Да, конечно. Хочу ли я использовать DHCP, то есть автоматическую настройку IP-адреса? Да, я хочу использовать. Ну и оно сейчас пытается связаться с роутером и получить от него IP-адрес. Вроде оно его получило, иначе бы оно выругалось. Вот. Ну и сейчас спрашивает, хочу ли я использовать IP-версии 6? Ну нет, мне это не нужно. Так, ну и здесь оно меня спрашивает дополнительные сетевые настройки, которые мне в принципе-то не нужны. Вот, ну единственное, что могу еще дополнительный DNS прописать, ну, например, гугловский. Пусть будет, хуже от этого не станет. Окей. Меня это устраивает. Так, ну и оно меня спрашивает, в принципе, с какого дальше сервера оно будет скачивать пакеты. Пусть с основного скачивает, париться по этому поводу не будем. Окей. Так, ну и самое интересное, это разметка диска. По умолчанию предлагает использовать файловую систему UFS, это Unix File System, ну, потому что у нас, в принципе, система Unix. Это система Unix, я разберусь.
логично, что в ней UFS будет использоваться. Но я буду использовать ZFS. Система более продвинутая, ну вообще она на самом деле очень продвинутая, и это не просто файловая система, это даже нечто большее. То есть это как бы и файловая система, и программный RAID, там еще куча всего, все в одном. Но мне по сути что надо? Мне надо просто сделать так, чтобы все три моих диска виделись как один. То есть это по сути такой аналог RAID 0. Вот, или же здесь он будет называться Stripe. Недостаток его в том, что если у меня хотя бы один из жестких дисков накроется, то накроется весь массив. То есть надежность такой системы хранения невысокая, но у меня мало жестких дисков, и они все разные. Поэтому использовать что-то другое я тут все равно вряд ли смогу на такой конфигурации, и мне ничего не остается делать, кроме как использовать такой вариант. Ну, в принципе, конкретно данным сервером я буду пользоваться редко, поэтому вероятность того, что диск сломается, она достаточно маленькая. Ну, кроме того, это, в принципе, резервная копия, то есть это уже так, на всякий случай. А основные данные будут храниться, как правило, в другом месте. Короче, буду использовать ZFS. Выбираю ZFS. Оно сейчас ищет устройство. Так, ну и тип Stripe, и в данном случае пока что в нем 0 дисков. То есть логично, что сюда надо диски какие-то добавить, поэтому я выбираю данный пункт. Да, у меня это будет именно Stripe. Угу. И тут мне надо отметить, какие диски в него надо добавить. Ну, вот так вот выбираю, пробелом эти галочки ставятся. Вот я выбрал 3 своих жестких диска. Вот эти диски, это card-reader, я так понимаю. То есть, если туда вставить какую-нибудь флешку, то и ее можно сюда запихнуть, но, конечно, лучше этого не делать. Вот, ну и тем более флешек там нет, эти диски, они как бы видятся, но они пустые. Ну вот, я 3 диска добавил, поэтому нажимаю ОК. Все, Stripe из 3 дисков, меня это устраивает. Pool name, менять я его не буду, пусть будет Z-root, меня это тоже устраивает. 4К сектора, не знаю, нужно ли мне это или не нужно, но пусть будет. Как бы предлагает по умолчанию yes, значит yes, окей. Так, шифрование дисков, нет, мне ничего шифровать не надо, меня это тоже полностью устраивает. Схема разделов предлагает GPT, а какие есть варианты? Угу, очень интересно, но я, пожалуй, выберу MBR, потому что все-таки мамка старая, фиг его знает, как она с GPT будет работать. Ну, хотя, по идее, есть GPT BIOS, то есть... А давайте попробуем. Ну, рекомендует GPT. А, ну, внизу пишет, что GPT is recommended. Ну, GPT в таком случае. Ну, окей. В общем, GPT BIOS. Давайте попробуем. Я думаю, что это тоже будет нормально работать. Вот заодно и поэкспериментировано. Поэкспериментированное. Да. Swap size, ну, это размер подкачки. Хочу обратить внимание на то, что это размер подкачки на каждом из дисков, а не общий размер. То есть на каждом диске будет у меня отрезано по 2 гига, и в итоге это даст 6 гигов. Наверное, это избыточно, но сойдет. Ну, естественно, зеркалировать свап и уж тем более его шифровать мне совершенно ни к чему. Поэтому, окей, давайте продолжим. Он нас предупреждает о том, что все данные на этих дисках будут уничтожены, они будут отформатированы. Ну, это, в общем-то, ежу понятно, поэтому yes. Вспоминаем, что на наших дисках нет никаких важных данных и соглашаемся их отформатировать. Потом вспоминаем, что важные данные на них все-таки были, но уже поздно. Ну, шутка, конечно. Так, ну что ж, я так полагаю, он сейчас занимается форматированием дисков. Судя по хрусту одному из них. Там этот 400-гиговый, он достаточно сильно хрустит при работе. Ну, так уж он устроен. Но он в порядке, я его в Виктории проверял, там все нормально с ним. Ну и все, в принципе, пошла установка, и FreeBSD, чистая, без каких-либо дополнительных пакетов, она устанавливается достаточно быстро. Сейчас, я так понимаю, скачивается файл основной системы. Отдельно сейчас уже пошло скачиваться ядро. Проверяются сейчас контрольные суммы, что, в принципе, хорошо. Так, ну и сейчас идет распаковка архивов, как она нам тут пишет.
Так, ну и в принципе все. Система установилась, но сейчас ее нужно немного поднастроить. Оно нас спрашивает для начала рутовый пароль. Я его ввожу. Естественно, оно нас спрашивает еще раз, чтобы убедиться, что мы нигде не ошиблись. Все, отлично, пароли совпадают. Так, спрашивает часы реального времени. У меня по Гринвичу или не по Гринвичу? И говорит, что если вы не знаете, то лучше отвечайте нет. Ну, окей, нет так нет. Так, спрашивает временную зону. Ну, допустим, это Европа. Допустим, это Russian Federation. Планеты не беру, в списке нет, поэтому я выбираю. Допустим, Россия, Москва сойдет. Отлично. Да, меня это устраивает. Да, дата, время правильное. Время, в принципе, тоже правильное. Все, отлично. Так, ну и дальше он нас спрашивает, какие службы мы хотим использовать по умолчанию, чтобы не запускались. Local Unbound – это DNS-сервер локальный. Ну, в принципе, мне он нафиг не нужен здесь, поэтому его я запускать не буду. SSH-демон, да, он мне нужен, потому что я хочу на эту машину заходить по SSH, для того, чтобы ее как-то администрировать. Поэтому да, это мне надо. Но если бы я не хотел заходить на нее удаленно, то вот это можно было бы выключить. Но я хочу. У меня компьютер будет стоять без монитора, без клавиатуры, поэтому это мне нужно. Вот этот демон отвечает за мышь PS пополам, но я мышь здесь использовать тоже вряд ли буду, поэтому мне это не нужно. NTP Date отвечает за синхронизацию времени. Ну, в принципе, пусть будет. Не повредит. NTPD это как бы, ну, почти то же самое. Просто вот этот будет, я так понимаю, синхронизироваться при загрузке, а вот этот уже дальше потом как-то. Ну и, насколько я понял, другие компьютеры с него тоже можно будет синхронизировать. Ну, мне это вряд ли нужно. Вот этот PowerD – это демон, отвечающий за изменение частоты процессора, ну, если процессор это поддерживает. То есть он нужен для энергосбережения, и я его включу. В принципе, у меня процессор это должен поддерживать, поэтому пусть себе меньше греется, ничего плохого в этом нет. Так, ну и DumpDev – это, в общем, в случае, если у меня система сломается, то он будет делать дампы ядра для того, чтобы можно было это как-то отладить, но я с этими дампами все равно ничего сделать не смогу, поэтому мне это не нужно совершенно. Это я выключаю. Ну и все, окей. Далее есть несколько опций безопасности. Ну, наверное, мне из этого, в принципе, ничего не нужно. Да, мне это все не нужно, поэтому я продолжаю. Хочу ли я добавить пользователей? Да, я однозначно этого хочу сделать, хотя бы по той причине, что под рутом меня по SSH по умолчанию не пустит. Так, я хочу добавить пользователя, например, назову его КТ. Полное имя не буду говорить какое, это мне тоже не нужно задавать. А вот группу мне, пожалуй, нужно указать view, для того, чтобы я мог использовать команду su и выполнять, соответственно, от имени рута какие-то действия. Если я это не укажу, то мне по умолчанию будет доступ туда закрыт. Поэтому я пишу группу view. Остальное мне трогать в принципе не нужно. Да, здесь, кстати, во FreeBSD можно выбрать shell, который по умолчанию, ну то есть это оболочка. Но это не графическая оболочка, текстовая. И на самом деле я не знаю, в чем между ними разница. По умолчанию предлагает использовать SH, я думаю, меня это устроит. В принципе, я не так много на этой системе буду делать, мне тут всего лишь нужно будет настроить файловый сервер и больше ничего. Поэтому да, наверное, мне это сойдет. Домашняя папка, окей, пусть такая будет, мне это вообще по барабану. Все по дефолту, все по дефолту. Пустой пароль не надо использовать, случайный пароль тоже не надо использовать, ну он в общем-то по умолчанию no предлагает. Так, ну и просит ввести пароль, я его ввожу, естественно, он просит его повторить. Так, отлично, нет, это мне тоже не надо. Так, ну и все, окей, yes, все окей. Давай другого пользователя, нет, спасибо.
я тут один буду работать. Так, ну и в принципе, уже финальное окно установки, можно нажать выход, и система просто выйдет из программы установки и перезагрузится. Что еще тут можно сделать? Добавить еще пользователей, можно поменять рутовый пароль, если я хочу. Также можно поменять хостнейм, перенастроить сеть. Ну, в общем-то, все, что мы тут настраивали, все можно и сделать еще раз, на всякий случай, если я там где-то что-то передумаю. Но мне это не нужно. Да, также тут можно установить хендбук на жесткий диск, но зачем? Вот, так что мне из этого уже ничего не надо, поэтому я нажимаю выход. Так, ну и оно говорит, что установка завершена. Хочу ли я открыть консоль, чтобы там можно было что-то сделать? Нет, спасибо, мне это не нужно. Ну и дальше спрашивает, я хочу перезагрузиться или продолжить работу в режиме Live CD. Ну, я хочу перезагрузиться, убедиться, что у меня система загружается. Так, ну и система перезагружается. Она там сейчас дописывает все, что нужно, там файловые системы, отмонтирует их, ну и уходит перезагрузку. Вот мы видим BIOS, сейчас он немного пошурупит. Это вот на одном из контроллеров он нашел два жестких диска, ну и все, да, система грузится. Так, ну и система по каким-то причинам, не совсем понятным, она не загрузилась. И это очень печально. Сейчас мне надо выяснять, почему же так произошло. Так, ну я тут за кадром немного погуглил по этой теме, и точно сказать, почему система не грузится, здесь довольно сложно. Но очевидно, ей что-то мешает. И как вариант, может быть, это связано с тем, что диски висят на разных контроллерах, и она не может толком использовать их все одновременно. Именно в процессе загрузки. Наверное, если бы она грузилась с какого-то еще одного диска, и тогда бы она, может, их увидела. Но вот именно загрузиться с них у нее не получается. И вполне возможно, что эта проблема решится, если я переведу все диски в режим EDE. Конечно, это такое себе решение в 2020 году особенно, но, тем не менее, оно теоретически может помочь. Я, в принципе, уже пробовал, система как бы больше пытается грузиться в таком режиме, но она все равно не грузится. Ну и для того, чтобы она нормально грузилась, давайте ее просто возьмем сейчас и переустановим. Да, конечно, это пустая трата времени, но это будет проще, чем систему полурабочую как-то починить. Поэтому я сейчас просто ее переустановлю, сделаю все то же самое, ну и буду надеяться, что это заработает. А еще для того, чтобы у меня корректно определились все устройства, пришлось их немного физически поперетыкать. Два диска пришлось воткнуть вот сюда, в этот контроллер. А оставшийся один пришлось воткнуть вот сюда, причем именно вот в этот вот нижний разъем. Ну и сидюк, естественно, в EDE. Если вот этот переткнуть, например, вот сюда повыше, то есть если вот этот разъем чем-то занять, тогда EDE-шное устройство не видно. Вот такая особенность у данной материнской платы. Так, ну в общем-то, кажется, данную материнскую плату я все-таки победил. А вот тут конфигурацию выставил самую неожиданную. Смотрите, вот этот контроллер я установил в режиме EDE, а вот этот в режиме RAID EDE. Дело в том, что если выставить здесь просто EDE, то поначалу кажется, что все хорошо, все устройства определяются, даже начинается загрузка с компакт-диска, но в какой-то момент она зависает. Такое впечатление, что что-то где-то конфликтует, ну и загрузка дальше не идет. А если перевести в режим RAID EDE, то, конечно, это получается нелогично, EDE устройство работает как EDE, а SATA должна работать как RAID. Но при этом в настройках самого RAID контроллера он не настроен. И поэтому получается такой RAID не RAID и еще и из одного диска. Вот, но почему-то именно в таком режиме все прекрасно работает. Я не знаю как и почему, но в общем-то систему я уже переустановил. Во время установки все абсолютно то же самое вводил. Те же самые настройки, все то же самое в общем. Ну и сейчас давайте попробуем, загрузится ли система или нет. Но я ее уже пытался загрузить, во всяком случае загрузчик запускался.
до загрузки ядра я как бы не дождался пока, просто чтобы вам это показать, скажем так, первый раз. Вот, вот он начинает грузиться. Это уже не сидюка, это уже жесткого диска, и вот запускается загрузчик. И сейчас, если мы подождем 10 секунд, ну или нажмем кнопку Enter, то у нас будет грузиться стандартное ядро. Ну давайте вот таймер натикал, начинает загружаться ядро и загружается все остальное. Вот как бы грузится ядро, показывает таким жирным белым текстом все, что оно там понаходило, какие устройства там и все такое. FreeBSD грузится довольно долго, потому что она при каждом запуске переискивает устройство, в отличие от некоторых других систем. Так, ну и в принципе, вот даже сеть начинает подниматься. Угу. Да, вот это именно сетевая карта обнаружилась. Посмотрим, хотя бы система должна запуститься полностью. Ну она в принципе-то уже запустилась. Ну и в принципе-то и все. Система работает. Я сейчас, так как я не по SSH, я могу спокойно зайти под рутом. Например, вот так. Ну и, в общем-то, все. Система запущена. Мы можем ввести какую-нибудь команду, например, например, вот такую, чтобы увидеть, что это действительно FreeBSD, действительно на этом компьютере. Ну и, в общем-то, так она и работает. Интересно, тут как в Linux. Вот так мы можем сделать или нет? Да, и мы видим жесткие диски таким образом. И вот мы видим первый в этом списке. Это как раз вот этот Z-root. ZFS-ный массив, он у нас так называется. Ну и, в общем, размер его 1 терабайт. Использовано на нем где-то 600 мегабайт. Ну и это корневая файловая система у нас. Так что, да, в этом плане все работает. Также мы можем посмотреть командой ifconfig, по-моему, это делается. Мы можем посмотреть IP-адреса, ну и вообще все, что с сетью связано. LO0 это, ну, типа, локальная петля, скажем так, 127.0.0.1. Вот, а вот это MY0 это вот так обнаружилась сетевая карта. Вот, и мы видим, что... И мы видим, что IP-адрес она почему-то не получила. Вот, но это теперь надо будет разбираться, как ее настраивать, почему у нее IP-шника нет внезапно. Наверное, где-то надо просто прописать, чтобы она использовала DHCP. Ну и, в принципе, тогда это все должно работать. Но система установлена, и теперь можно переходить к ее настройке. Так, ну я продолжаю видео, правда... Я это делаю уже в другой день, поэтому точно даже не помню, что я там натворил в прошлый раз. Но, скорее всего, систему мы установили. Она должна сейчас загрузиться без проблем. Все, система загрузилась. Для того, чтобы нам по этому тексту подняться выше, надо нажать Scroll Lock. Ну и давайте поднимемся куда-то вот сюда. Начиная с верхней строчки, он пишет, что поднялся LO0. Ну, это типа локальная петля, скажем так, то есть виртуальная такая сетевуха, у которой IP-адрес 127.0.0.1. В принципе, это неинтересно. Далее, перед следующим фрагментом белого жирного текста, есть надпись «Autoloading module ifmy.co». Эта система говорит, видимо, о том, что загрузился драйвер моей сетевухи, потому что дальше следует надпись «my0», ну и дальше «meson», бла-бла-бла. То есть это именно моя сетевая карта определилась, называется она MY0, потому что, ну, типа, производитель у нее Meson или Myzen, наверное, оно по-английски читается. Поэтому MY сокращенно, ну и дальше ее как бы номер в системе 0. Предпоследняя белая строчка, тут написано о том, что AutoNeg Complete, ну, имеется в виду автосогласование. То есть оно нашло кабель, пишет Link Status Good, то есть... Линк есть, кабель подключен, ну и далее пишет, что сетевуха работает в режиме Full Duplex, 100 мегабит, как в принципе все и должно быть. Далее указан MAC-адрес, ну и далее уже в следующей строчке серой написано, что запускается DH-клиент, то есть это клиент DHCP. Ну и далее он пишет, что он посылает запрос по широковещательному адресу, находит сервер 192.168.0.1, то есть это мой маршрутизатор,
ну и получает от него IP-шник 192.168.0.105 и будет его пытаться переполучать каждые 3600 секунд. Сеть запускается, ну и в общем вот ей выделился там IP-шник, указаны всякие параметры, типа маска подсети, широковещательный адрес, ну и все такое. Далее, если так почитать, то можно заметить, что демон PowerD не запускается. Он говорит, что у него нету штуки под названием CPU Freak, ну, то есть это та программа, которая управляет питанием процессора, точнее частотой процессора. И, видимо, придется его как-то доустановить. Ну, с этим немножко позже разберемся, в принципе, это не критично. Вот, но в остальном, вроде бы, все остальное запускается, ну и вот система загрузилась, давайте в нее зайдем. А почему я не могу это сделать? А, ну да, потому что я в скроллоке. Нажимаю скроллок еще раз, у меня появляется курсор. Я могу зайти пока что под рутом, давайте. Ввожу пароль. Так, ну и в принципе появляется приветствие, все нормально. В общем, для того, чтобы сеть заработала, мне пришлось немного подредактировать настройки. Сеть во FreeBSD настраивается каким-то достаточно неочевидным, я бы сказал, образом. Ну вот, обычно, как бы, принято ее конфигурировать путем изменения файла etc/rc.conf. Давайте его сейчас посмотрим. Здесь во FreeBSD по умолчанию есть, как, в общем-то, и во всех Unix'ах, текстовый редактор V, ну или VI, или V, он довольно замороченный и с каким-то очень странным управлением, поэтому им я предпочитаю не пользоваться, ну хотя если вы плотно работаете в Unix, то вам его изучать, наверное, придется. Но есть редактор Edit, он немножко попроще, ну и мы можем отредактировать файл etc/rc.conf. И для того, чтобы сеть заработала, мне пришлось вот эту строчку изменить. Ну, в принципе, я так понимаю, в этом файле просто задаются различные как параметры. Ну, вот, например, хостнейм тут указан, бэкап-сервер у меня в данном случае. Ну и вот в данной строчке для утилиты ifconfig, которая занимается настройкой сети, для сетевой карты my0 указан параметр sync-dhcp. По умолчанию было просто dhcp. И в этом случае, да, сетевуха будет автоматически пытаться определить IP-шник, но делается будет это в асинхронном режиме, то есть одновременно с чем-то еще. И, видимо, в связи с этим был какой-то конфликт, что-то делалось не вовремя, ну или что-то такое происходило. В общем, по каким-то причинам это не работало. Поэтому, чтобы это работало, мне пришлось написать sync.dhcp, чтобы это все происходило в синхронном режиме, ну и после этого все заработало. Далее видим, что у нас тут должен запускаться SSHD, ну то есть это сервер SSH, и в принципе на этот компьютер я уже могу заходить удаленно, по идее. Далее должен запускаться демон PowerD, но он у нас, как мы знаем, не запустился. Ну и, в общем-то, остальные настройки, короче, я их трогать не буду. Сеть уже работает, и если сеть работает, то у нас, по идее, теперь есть возможность без проблем устанавливать программы. Программы во FreeBSD можно устанавливать несколькими способами. Можно, например, устанавливать их из портов, так называемых. И в этом случае программа будет компилироваться из исходников. И раньше, когда компьютеры были слабыми, это позволяло тонко настроить каждый пакет и максимально его оптимизировать под свою систему и таким образом экономить ресурсы. Вот. Но сейчас в этом особого смысла нет, поэтому сейчас в основном делают по-другому. Сейчас ставят программы из пакетов, то есть из обычных бинарных пакетов, так же, как это делается во многих Linux-дистрибутивах, в том же Debian. То есть можно, конечно, компилировать из исходников, но просто многим это не нужно, ну и мне в данном случае это тоже ни к чему. Это просто будет дольше, ну как бы и зачем. Так, ну для того, чтобы работать с пакетами, есть программка под названием PKG, чем-то apt в Debian напоминает. Ну и для начала, наверное, давайте напишем PKG-update. Ну она говорит о том, что сам PKG как бы не установлен и предлагает нам его установить, с чем мы, в общем-то, соглашаемся. Ну и вот она пытается
скачать пакет и установить его. Давайте немного подождем, конечно, это займет некоторое время. Версии там чуть не совпадают, ну да ладно. Так, ну в принципе установилось, теперь давайте напишем pkg-update. Все, оно обновило список того, что... Ну, короче, список того, что есть в репозитории. Мы можем написать pkg-upgrade, оно должно, может быть, какие-то пакеты в системе обновить, но нет. Видимо, она обновляет только системы, которые с помощью этой самой PKG установлены. Поэтому ей сейчас нечего обновлять. Ну и давайте напишем PKG install, например, HTOP. Это такой более удобный системный монитор, ну как диспетчер задач. Вот она показывает, что будет установлено, я с этим соглашаюсь. Так, по идее оно уже установилось довольно быстро. И давайте запустим HTOP. Вот он запустился. Ну и смотрите, система практически ничего не кушает, то есть процессор простаивает, и памяти занято где-то 200 мегабайт. Хотя это на самом деле довольно много, как для чистой системы, я бы сказал, но, видимо, для 64-битной это нормально. Просто в прошлый раз я смотрел в 32-битной системе, там гораздо меньше было, но это еще прошлая версия пряхи была. Ладно, это такое лирическое отступление. Есть еще, кстати, программка под названием просто TOP, то есть TOP является более красивой версией, обычный TOP. Он выглядит так, ну и мы тут более подробно можем посмотреть, что с памятью делается. Вон вы видите где-то вверху экрана строчка MEM, ну и там написано, какая память у нас активна, какая неактивна, какая, я так понимаю, это что-то типа кэшированной. Ну, в общем, памяти система жрет, в принципе, немного. Это одна из причин, почему такие вещи лучше делать не на винде, потому что винда из 2 гигабайт один сразу отожрет. И тут бац, у вас в видео будет внезапный переход от одной темы к другой, потому что, ну, сложно снимать видео по FreeBSD, потому что начинаешь решать какую-то проблему и понимаешь, что ты копаешь не в ту сторону, и приходится гуглить, в чем же прикол. Вот, например, я пытался починить PowerD, чтобы он запускался и изменял у меня частоту процессора. Ну и оказалось, что дело не в том, что CPU Freak не установлен, а дело в том, что в файле в одном, я его название сейчас покажу, когда выйду из редактора, надо было вот эти вот две строчки добавить. На самом деле тут я не знаю, за что они отвечают, но просто я нагуглил, что если их добавить, должно работать. И похоже, оно теперь работает. Давайте отсюда выйдем. Вот этот файл я редактировал. Вы видите его внизу название, то есть boot-loader-conf. Вот в него две строки добавил, и все заработало. И давайте сейчас я немного вверх пролистаю. И вот тут я на видео это выделю. Вот тут видно, что PowerD запускался и при этом ни на что не ругался. То есть, скорее всего, сейчас он нормально работает, и у меня теперь происходит управление питанием процессора. Да, кстати, раз уж часто приходится редактировать файлы, то давайте установим более удобный редактор, потому что Edit, хоть он не сильно плохой, но мне он просто кажется каким-то непривычным. Давайте напишем pkg install nano и будем надеяться, что такой пакет есть в репозиториях. По идее, он должен быть. Да. Вот, и тогда с помощью редактора nano мне будет гораздо легче редактировать файлы. Ну, редактирование текстовых файлов – это, конечно, все очень хорошо и весело, но сервер нужен нам не для этого. Он нам нужен для того, чтобы обеспечить доступ к файлам по протоколу SMB. Именно этот протокол в винде по умолчанию используется. Ну и для того, чтобы поднять его на FreeBSD, нам нужен сервер под названием Samba. Но если просто написать pkg install Samba, то он выругается на то, что такого пакета нет, поэтому нам надо знать, как он точно называется. Поэтому мы можем написать pkg search samba, и мы таким образом найдем пакеты, которые содержат в себе это название. Ну и тут видим, что нашло несколько пакетов, из которых нам нужен, видимо, последний, который как раз таки, судя по описанию, является сервером и клиентом Samba для Unix. Ну и давайте же тогда напишем pkg install
И вот такое вот название пакета, довольно странное. Интересно, если я просто напишу 410, то он установится у меня или нет? Да, он должен устанавливаться, но он говорит, что еще по зависимостям он скачает дополнительно 53 пакета, и нужно будет еще 390 мегабайт места на диске занять, но и при этом 69 мегабайт скачается из интернета. Но деваться некуда, поэтому придется соглашаться. Ну и начинается процесс установки. В принципе, от Debian он мало чем отличается от установки программы в Debian, я имею в виду. Вот пошло скачивание, как мы видим. Ну и теперь остается просто подождать, пока этот процесс закончится. Ну и так как Samba уже установилась, она нам, кстати, тут дает некоторые подсказки, где там какая конфигурация находится. Нам нужно запомнить, что файл находится в папке user-local-etc-smb4-conf. Ну и давайте сверимся с хендбуком. Ну и мы видим, что некоторые пути тут не совпадают. И, видимо, это связано с тем, что версия разная. Тут Samba версии 3.4, ну, тут без точки пишут 34. А у меня, видимо, 4.10, то есть 410 получается. Ну и поэтому, возможно, некоторые файлы будут храниться не там, где написано в данной документации. Это надо учитывать. Конечно, это не совсем удобно, но что поделать. Но в любом случае, так как мне, возможно, придется копировать некоторые вещи из, допустим, браузера в терминал, то мне удобнее будет это делать удаленно. Да и кроме того, надо проверить, вообще работает ли удаленный доступ к этому серверу. Поэтому сейчас я его выключу, отнесу в другое место, там поставлю и буду подключаться к нему уже удаленно. Ну, сервак я уже отнес в другую комнату, он там себе стоит, работает. И я уже настроил свой роутер так, чтобы выдавался постоянно ему один и тот же IP-адрес, чтобы при каждом подключении не гадать, какой же у него там IP-шник. Вот, ну и давайте, раз уж сервер стоит, работает, давайте попробуем к нему подключиться по SSH. IP-адрес у него 192.168.0.105. Давайте сразу сохраним себе закладочку. Ну, пробуем подключиться. Первый раз он спрашивает там про ключи шифрования или что-то такое, соглашаемся. Ну и спрашивает логин, под рутом не пустит, поэтому ввожу КТ. Ну и пароль. Вот такой вот пароль. Замечательный. Ну и все. В принципе, я уже на сервер зашел. Вот он как бы отвечает. К нему я подключаюсь, все хорошо. Так, но для того, чтобы нормально его администрировать, нужны все-таки админские права, поэтому ввожу команду su. И таким образом я могу зайти уже под админом. Ну что ж, раз уж у нас документация по одной версии, а по факту установлена другая, и данного файла с примером настроек здесь нет, ну, значит, будем писать все более-менее вручную, ну, точнее, копируя из других источников. В любом случае, редактировать будем файл user-local-etc-smb4-conf. Для данной версии он так называется, ну, вообще для четвертой ветки Samba. До этого третья использовалась, и там цифру 4 не ставили, то есть там просто файл назывался smb.conf, но здесь, видимо, надо так. И редактировать его буду с помощью редактора nano, поэтому и ввожу такую команду. Ну и можно посмотреть, что везде, в принципе, присутствовать должна секция global, и в ней есть некоторые параметры. Давайте посмотрим. Ну, первая строчка задает рабочую группу, workgroup, меня это устраивает. Далее сервер string, это описание сервера, его можно не трогать. Log файл, скорее всего, не нужно указывать, пусть он просто какой-то файл по умолчанию пишет. Скорее всего, ему это не обязательно прописывать. Ну и max log size, то есть максимальный размер файла 500, непонятно, правда, чего. Байт, килобайт. Неважно, в любом случае сойдет. Socket options нафиг не надо. OS level, скорее всего, тоже не надо. Это какие-то параметры для тонкой настройки. Было бы неплохо, если бы авторы в статьях это писали, что они и зачем настраивают. Нам, скорее всего, понадобится такой параметр, как security.
Ну, тут, в принципе, написано, зачем это нужно. Вот, в частности, если имена пользователей для клиентов совпадают с их именами на компьютере с FreeBSD, то можно использовать уровень user. Вот, поэтому я это и напишу. В принципе, здесь так и делается, вот, в данном примере. Поэтому я вот именно таким образом это и пропишу. Что еще можно? Можно написать load printer snow, потому что принтерами я в любом случае пользоваться не буду. Далее параметр interfaces мне в принципе не нужен, так же как и прокси. Это просто можно привязать самбу к конкретному интерфейсу, чтобы она на одной сетевой карте работала, а на другой не работала. Ну и если у вас там есть какой-то DNS прокси, то тоже можете его задать. Но у меня его нет, мне это не нужно. Далее тут какие-то параметры, связанные с кодировками, мне это тоже, скорее всего, никогда не понадобится. Публичную папку мне тоже настраивать не надо. Мне нужно, чтобы был доступ только к домашним папкам. Поэтому я отсюда могу скопировать вот эту вот секцию Homes. Она за это и отвечает. И еще мне нужно сделать так, чтобы к ней можно было достучаться. Поэтому здесь ставлю параметр yes. Ну, read-only, не надо мне read-only, то есть мне надо, чтобы права на запись были. Так, файлик я сохраняю. Что мне еще может быть понадобится? В документации тут как бы есть базовые настройки, но для каких-то более тонких вещей, то есть конкретно для расшаривания папок, например, нас отсылают к документации именно по самбе. То есть считается, что непосредственно к FreeBSD это не относится, поэтому, типа, если проблемы с конкретной программой, читайте документацию к конкретной программе. FreeBSD тут ни при чем. Так, отлично. Отсюда я могу уже выйти из Nano. Так, ну и для того, чтобы самба запускалась, нам надо в rc.conf написать samba enable yes. И вот тут могут быть варианты, потому что версия другая, у нас же Samba 4, то есть, может быть, придется писать Samba 4. Вот этот момент мне, кстати, немного непонятен. А ну, давайте почитаем вот в этих статьях, нужно ли тут что-нибудь ставить такое или нет. Здесь они просто, да, Samba Server Enable Yes добавляют в rc.conf. Ну, что, собственно, тут то же самое происходит, просто здесь это делается другой командой. Ну, давайте так сделаем. Так, в принципе, проще. Так, все, эта строчка добавилась. Ну и по идее, если я сейчас вручную даже этот запущу, то есть вот эта строчка отвечает за то, чтобы в rc.conf прописалась самба, чтобы он запускался при загрузке системы. А вот это как бы вручную запуск службы. Давайте попробуем запустить. Будет ругаться или не будет. Так, ну вроде не ругнулась. И давайте в таком случае попробуем сюда зайти. Например, вот таким образом. 68.0.105, кажется, да? Так, у нас есть Homes. Оно сейчас, по идее, должно спросить логин-пароль. Но тут так называемые грабли, на которые многие наступают. Ага, ну, кажись, разобрался. Просто нужно было немного больше почитать документацию. То есть выполнил вот эту команду, добавил, получается, пользователя самбы. Ну, в принципе, это здесь можете видеть, что я добавил пользователя самбы КТ, задал ему пароль, ну и самбу перезапустил. Ну и на всякий случай тут еще вот это вот задал, для того, чтобы уж точно разрешить запись. Так, ну и теперь, если я захожу на сервер, то появляется вот такое окно, то есть оно меня спрашивает, под каким пользователем захотеть. Ну и я тогда могу ввести логин-пароль. Я это первый раз делаю, я не знаю, что сейчас произойдет. Пустит, не пустит. Так, ну и видно, что зачем-то вот эта штука появилась. Наверное, ее надо убрать из файла настроек. Ну и есть папка КТ. Ну и теперь, по идее, если я сюда залью какой-нибудь файлик, например, вот этот, то он должен залиться. В принципе, это произошло. Забавно, что, смотрите, здесь он отображается как имя «Живая природа», а здесь «Wildlife». А все потому, что в винде есть файл desktop.ini, скорее всего, и там как раз указано, чтобы данная папка называлась
именно как видео, а не как видеос и файл, чтобы назывался именно «Живая природа», хотя истинное имя файла «Wildlife». Вот такие приколы есть в винде. Давайте посмотрим, появился ли этот файл. В папке «Home.kt» он, по идее, должен находиться. Да, действительно, этот файл появился. То есть все это работает. Я его могу, в принципе, скопировать обратно. Файл потенциально опасен. Ну да, конечно. Ругается. Так, ну и давайте протестируем, работает ли тут нормально русский язык, потому что с этим могут быть проблемы. Там назову его, допустим, «Привет», этот файл, и залью его сюда. Так, ну он заливается. В принципе, он есть. Давайте еще раз посмотрим. Ага, и вот тут вот уже начинаются проблемы с кодировкой. Возможно, сам файл называется правильно, но у меня консоль так настроена, что используется в ней другая кодировка. Да, во FreeBSD есть такие приколы, в Linux с этим проблем немного меньше. Ну, впрочем, раз уж все работает, то, пожалуй, это я настраивать пока что не буду. В целом-то Samba работает, файлы заливаются. Ну и напоследок я просто решил проверить, скорость нормальная ли. Ну, как видно, сейчас я заливаю какой-то большой файл, ну и скорость, в принципе, тут максимальная, какая только может быть для 100 мегабитной сети. То есть работает это все достаточно быстро, несмотря на то, что железка там довольно слабая, ну, все-таки Atom, вот, и сетевуха какая-то еще со странностями, но, тем не менее, скорость, по сути, максимально возможная, так что работает это все достаточно быстро. Небольшое дополнение, скажем так, из будущего. Дело в том, что все это нормально работало, пока я не зашел с того компьютера, на котором локальное имя пользователя не совпадает с тем, которое есть на сервере. И там срабатывал параметр map2guest, то есть он видел, что либо неправильное имя, либо неправильный пароль, в зависимости от того, что там настроено. И он тогда считал меня гостем, то есть вот за что этот параметр отвечает и как он работает. Ну и раз уж он считал меня гостем, то он просто не показывал домашнюю папку от пользователя KT, вот, и я не мог на нее, в принципе, зайти. Поэтому я тут поставил параметр never, то есть чтобы он, скажем так, никогда не считал меня гостем и в любом случае спрашивал логин-пароль. Вот, и также вот этот параметр browserable, наверное, это так читается, вот, то есть он отвечает как раз таки за то, чтобы вот эти homes, папка с названием homes, да, чтобы она по умолчанию не отображалась. Ну и теперь, если я пытаюсь зайти на сервер, то происходит следующее. Открывается окно с просьбой ввести логин-пароль. Если я просто нажму ОК или введу там что-нибудь не то, то меня на сервер не пускает. Ну а если ввести нормальное имя пользователя, то тогда я захожу, вижу свою папку KT, вижу ряд вот этих файлов, у них имя с точки называются, это так реализуются скрытые файлы в Unix, Linux. Вот, и скорее всего они в винде тоже считаются скрытыми, поэтому если я вот так птичку уберу, то тогда их видно не будет. Так что, в принципе, да, сервер работает, все работает. Давайте сейчас просто какой-нибудь файлик сюда опять же закину, чтобы проверить, действительно ли все в порядке. Ну, например, давайте я сюда закину образ самой FreeBSD. Ну и, как видно, да, все действительно работает, все копируется, все хорошо. Так что, да, сервер действительно работает, с ним все нормально. Ну и если это видео вам понравилось или чем-то было полезно или интересно, то вы знаете, что делать. А на этом все. Всем пока!